Вполне себе точка для прямого удара. И, собственно, состоялся у нас первый такой по-настоящему акцентированный серьезный удар в этом матче. Нанес его Бейкер, но надежно футболист считается зрелым, как минимум. Опасный момент, можно забивать, но гола нет. Хорош Кофляр. Правда, в этой ситуации, наверное, нужно и Брауна. Брауну пару критических слов сказать. Все-таки все было здесь в его распоряжении. И мяч он обработал, и даже подработал себе. И удар-то наносил абсолютно зряче. Тут надо было мимо вратаря. Навес в штрафную, момент. Ну и неужели здесь простят? Простили. Простили. Сильвио попадает в перекладину. Из убойного положения нет, ну, или все-таки гол засчитан. Ну вот на чемпионате мира мы с вами видели в действии систему определения гола. Сильно сомневаюсь, что в чемпионате Австрии она уже есть и работает. Да, конечно, мяч за линией. Петр Чех достал. Мяч в воротах. Сильвио забивает гол. Мяч становится абсолютно логичным продолжением вот той агрессивной игры, которую предложила своим соперникам австрийская команда. Хороший прострел с фланга. Подставлена голова, скидка. Ну и Сильвио здесь в центре штрафной оказывается один. Сильвио на 50 снег. Пала. Подача Сильвио. И вот игра Петра Чеха. Ну и какая из этих команд в Лиге Чемпионов будет играть, а? Синенькие или беленькие? Пока непонятно. Судя по тому, что мы видим во втором тайме, должны там играть австрийцы. Сильвио выиграл здесь борьбу у Натана Аке. Еще один навес. Пошел Жереми Бога вперед. Танком выходит практически один на один. Момент. Удар. Гол. Красавец Жереми Бога. Но вот здесь все было сделано, конечно, на высоком уровне. Ну, отметим, что здесь Ариоль Ромео еще помог вместе с соперником, кстати, вот здесь отскок. Вот здорово игравшего всю игру Даниэля Дрешера, но это не его ошибка, здесь просто не повезло. Мяч от руки отскакивал, там и Штефан Пала подставлял ногу, ну а здесь Бога исполнил все на высоком уровне и очень красивым ударом отправил мяч в уголок.